поучаствовал, поучаствовал. Он сейчас на левый фланг перебралась шайба. Мощный силовой прием. И шанс для Магнитки вдвоем против одного. 1-1. Все уже сделал. Показал Виктору Пасту. И Паст поверил, что будет передача от Оскара Осалы. Я вспоминаю, работал несколько матчей на предсезонных турнирах. Магнитки и Осала как раз. Осала и Филиппи несколько раз пытались сделать что-то похожее. Показать и бросить. Показать, что брошу, и сделать передачу. Репетировали, готовили, это всегда хорошо работает. Вот он здесь, второй шанс для Магнитки. Было втроем против двоих, теперь вдвоем против одного. И заставил поверить Фаста, который до конца у него не было выбора. Он должен был понимать, что оба варианта возможны. И в итоге Оскар Осала бросает отличный бросок в притирку со штангой. И вместе с Томасом Филиппи в обнимку отмечает то, что счет в этом матче сравнялся. Надо отметить, что все началось именно с Тимкина.